ты тоже как бы спокойно, 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 открывай ножку, спокойно здесь, так, немножко. Когда я кончила танцевать, что я решила, что мне будет очень спокойно, и я могу заняться домашней как бы жизнью. Но это показалось совсем не так, что без театра очень трудно. Если сама я не танцую, то я могу посмотреть кого-то из молодежи, с кем я могла бы поработать, скажем, передать частично свой опыт, потому что просто показать движение, это мне легче всего, и легче всего увидеть недостаток, тот или другой, чисто профессиональный. А разбудить душу и разбудить разум, направить его правильно туда, куда надо, вот это была моя, скажем, забота, и с этим я пошла в театр. Мне показалось, что эта девочка своеобразная, удумчивая, наверное, упрямая, так мне показалось, наверное, какими-то своими мыслями. Ну вот как-то я решила попробовать ее. Да, она выучена, хорошо она выучена, но какие-то вещи меня не очень устраивали. И когда, скажем, даже бывали, начинались репетиции, она очень внимательно слушала. Я ей говорила, может быть, даже ей казалось, какие-то пустяки, что-то еще. Она говорит, а я так выучила, я, пожалуй, буду делать так. Я говорю, ну хорошо, попробуй делать так. Может, потом ты почувствуешь, что это и можно переменить. Так что вначале я немножко почувствовала такие иголочки. И потом я часто смотрю, такой внимательные глаза на меня смотрят. Я говорю, ты поняла, что я тебе сказала? Нет, еще раз повторюсь, я не совсем поняла. Тогда я поняла, тут можно что-то сделать, потому что человек хочет понять, не просто повторить движение руки, движение ноги или там что-нибудь похоже, а хочет понять, зачем это, почему это. Вот это меня и заинтересовало. Я считаю, что в моей жизни произошел новый момент, когда я первый раз пришла на репетицию к Галине Сергеевне. Я не знала, как себя вести, я не знала, можно ли на нее смотреть, можно ли стоять рядом с ней, куда мне деть руки, как себя вести. Галина Сергеевна такой человек, она почувствовала это с первых репетиций, она мне говорила обычные замечания, но я не воспринимала их, потому что я настолько думала всегда о своем поведении, как мне смотреть на нее, что мне, как мне лучше сделать, и могу ли я у нее что-то спросить. В общем, я не знала, как себя вести. Прошло несколько репетиций, и в один прекрасный день Галина Сергеевна, отпустив концертмейстера, сказала: «Надя, давайте мы с вами поговорим». И мы сели. Мы сели, и Галина Сергеевна мне рассказала свою историю, как она пришла в Большой театр, как она выпустилась из училища, как она работала, как она боялась репетировать, как она боялась смотреть в зрительный зал и танцевала всегда с опущенными глазами. И постепенно, беседуя с ней, я поняла, что это человек, у которого очень большая, глубокая и добрая душа. Перед собой, вот. Вот сейчас вижу, ну-ка, минуту, чтобы вы правильно встали. Он стоял далеко, и рука такая, все перед собой. Как будто бы ее и нет, как будто вот ты, вот рука где, видишь? Значит, тебе нужно встать перед ней за плечо, вот это самое, ровно, не совсем сзади, голова в голове, а твоя голова должна быть тут видна, а ее здесь, вот тогда все получится. Первой моей сложной работой в театре была «Хозяйка Медной горы» в балете «Каменный цветок». Когда я начала делать этот образ, я думала, что я не справлюсь технически с этой вещью, но сразу же тогда я поставила перед собой цель, что я сделаю все возможное, чтобы восстановить все то, что поставил Юрий Николаевич. Все те сложности, которые были поставлены первоначально в этом спектакле, все эти руки, все эти позы, все эти громадные прыжки, все эти поддержки.
И я дала себе слово, что я ни одного движения не пропущу в этом балете. Я очень хорошо помню фразу, когда Галина Сергеевна говорила в фильме: «Я встаю утром, и я уже Жизель». Когда я утром встаю, я стараюсь быть в том образе,
котором я буду находиться вечером. Я не люблю во время спектакля с кем-то разговаривать. Я считаю, что если я разговариваю, я теряю часть своей энергии. Я не люблю разговаривать в антрактах. Я никого не пускаю к себе в гримерную перед спектаклем. Я полностью держу все свои эмоции, весь свой образ внутри себя. И когда я выхожу на сцену, я уже готова к тому, что я в том образе, в той роли. И я уже та героиня, которую я сейчас буду исполнять. И когда я выхожу на сцену, я не думаю, вот сейчас мне надо сделать то-то, или сейчас я должна почувствовать это. Нет, я не думаю об этом. Этот образ уже глубоко сидит внутри меня. И когда я слышу музыку, я... Непроизвольно получается так, что я уже та героиня. Я танцую и думаю, как она. Отдохните. Потому что сейчас было просто более эмоционально. Это вот здесь что-то такое с ногой было. Не совсем пару раз. Потому что, получается, встаю, и у меня корпус должен пройти, а я была вот так. Очень близко. Потому там нога как-то пошла не совсем так, так аккуратно. Какие-то, не знаю, с какого они места. С одного места вдруг нога где-то раскрытая. Хочется ее куда-то убрать. Где-то даже не знаю где. То, что вы так как-то все проходите. Раз. Если бы отдельно было так, да? Я запрыгнула криво, вот так уже сидела криво. Ага. И потом туда она. Вот. Когда ты меня переворачиваешь, я тоже была ровненько, а сейчас я сидела. Тут-то кто ничего не видит, а когда получается вот так вот смотрится, то открывается все, как бы вот такой шпагат. Знаешь, как-то нужен совсем. Я тебя раньше времени понимаю. Ты вот этой рукой загребаешь меня. Да? Он так очень берет. Проходит нога. Вот смотри медленно. Нет, подожди. Да. Вот так. Вот вначале вот так вы стоите. Вот. Вот да? Больше не надо. Ты не. Смотри. Раз, достаточно. Вот. Вот и все. Она вот животиком. Вот это место. Вот тут. Сейчас я ровненько сидела. Сейчас ровненько. А вот тот переход. Это с какого места? Вот дальше, да? Вот просто тот. Начинается вот с этого. Я как сажусь, вот так. Вот так, криво. Как криво получается, да. Так криво дальше все идет. Ну, тебе кажется? Нет, не кажется. Где-то это видно. Прямо с этого сразу. Тима, там, где мы остановимся. Там, пам, 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 пам. Так. Вытягивай ножку. Невыворотно. Так. Так.
сейчас, спроси. Вот это, Надюша, когда ты делаешь эти ножки, тоже ее нужно не очень. Высоко нужно. Не высоко, а не выворотно. Более прямой ножками. Вот этот кусочек. Так, да? Теперь пошла вот сюда. Так, и все, упрячь. Вот и все. Знаешь, она долго была наверху, левая ножка. Она была долго наверху и опять открывалась. А вот сейчас хорошо, потому что она пошла. Маленькая, да. Маленькая. Вот, невысокая. Сейчас же она закрывается, этой ножкой проходит. Чтобы не перестоять. А потом посмотрим, какая лучше. Какая лучше будет. Делать. Спокойно, спокойно. Thank you.
отрезать, ну, вырезать. Угу. Спасибо, Наташа. На всех концертах и конкурсах артистами всегда исполняется и будет исполняться известнейшая ПДД из балета «Корсар». Я тоже очень люблю это ПДД. Недавно я вернулась из Англии, где на очень престижном королевском концерте танцевала ПДД из балета «Корсар». Но больше всего в этом балете я люблю «Адажу», которую поставил Константин Михайлович Сергеев, «Адажу» второго акта. Эта «Адажу» пропитана старинной хореографией. Оно полностью выражает тот старинный дух и ту старую лексику, классическую лексику. Оно изящно, красиво. Его очень приятно танцевать. Это трогательная любовная «Адажу». Thank you.
Родилась в далеком от Москвы городе, и меня первый раз привели в балетный класс, когда мне было 6 лет, и я встала к станку и стала делать те движения, которые я делаю до сегодняшнего дня. Единственная с той разницей, что сейчас я понимаю, что я делаю, в 6 лет я не понимала, что я делаю. В 9 лет родители меня отвезли в Алма-Ату, где я училась 7 лет, я танцевала в Алма-Атинском театре на той сцене. Я знала о том, что на этой сцене танцевала Галина Сергеевна. И у меня никогда не было таких мыслей, что вот когда-то я буду работать, и вообще не то, что работать, а приближусь к этому человеку и буду находиться рядом. Поступив в Алма-Атинское хореографическое училище, я не совсем хорошо понимала, вернее, что может понимать ребенок, которому 9 лет, что от него требуют. У меня были шикарные данные. И первые 4 года я практически ничем серьезным не занималась. Я выезжала на своих данных. И в резервном таком классе у нас, 5 класс основной, мой педагог Сара Кушарбаева, вызвав меня к себе в кабинет, сказала: «Надя, у тебя такие хорошие данные, но ты никогда не будешь балериной, потому что у тебя нет силы воли». И меня это очень сильно оскорбило и задело, и я решила, что я докажу, что я сильный человек, и что я буду балериной, и буду балериной высокого класса. Я очень много читала, я очень много училась, и очень много посвящала времени своему физическому состоянию. И это все привело к тому, что через год я победила на всесоюзном конкурсе и стала лауреатом. Спустя некоторое время я поехала на международный конкурс в Варну. И на этом конкурсе я получила, на международном конкурсе артистов балета в Варне, я получила серебро. После чего ко мне подошел Юрий Николаевич, и у нас произошла беседа, после которой я стала учиться в Московском хореографическом училище, где моим педагогом была Софья Николаевна Головкина. После этого было у меня еще 2 международных конкурса, где я получила на одном международном серебро, на другом золото. И с такой путевкой я пришла в Большой театр, где встретилась и с Юрием Николаевичем уже просто рядом совсем, и с Мариной Викторовной Кондратьевой. И сейчас, в последнее время, а точнее последние 2,5 года, я работаю с Галиной Сергеевной.
За это время мы с Галиной Сергеевной приготовили очень большой репертуар, и работа была очень плодотворной и насыщенной. Я считаю, что самой большой наградой за всю эту работу было присуждение мне приза Бенуа. Сегодня в большом праздник отмечается Международный день танца, объявленный ЮНЕСКО. Впервые международное жюри Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Юрий Григорович и Вета Шевере присуждает балетный приз Бенуа за лучшую хореографическую работу и лучшую роль танцовщицы и танцовщика в прошедшем году. Этот приз вручают Надежде Грачевой, солистке Большого театра, за исполнение главных партий в балетах Беодерка, Ромео и Джульетта и Лебединое озеро. И самые любимые мои партии является Беодерка. Я всем сердцем люблю эту партию. Это частичка моего характера. Нике – это в чем-то я сама. Thank you.
права. Так, ладно. Угу. Хорошо. Пойди с родиночку. Поливайте деньги. Так. Анюточка, ничем не помогай, ноги работают. Так. Так, хорошо. После каждого спектакля я стараюсь приходить в класс. Потому что спектакль – это очень серьезное и сильное время, когда балерина тратит свои эмоции, свои силы. И на спектакле уходит часть тех движений, часть той школы. Давай себе задание. Пусть справа сделай мне. Ица. Раз и два. Подебуре и плие. Да. Сел. Раз и два. Ну, пожалуйста. Наденька, теперь вот сейчас левая рука. Класс – это наше здоровье. Класс – это наше самочувствие. Класс – это наша школа. Это воспитание себя. На классе никто не старается что-то показать другому. Не старается выше сделать или сильнее. Класс – это то личное состояние, когда каждая балерина проверяет себя. Вторые, пожалуйста. Раз и два, и фасетом бе подубре. Два, круазе и такова моя профессия, что мне приходится очень часто уезжать. Меня часто не бывает в Москве. И находясь где-то во Франции, в Японии, в Германии, я всегда чувствую заботу и любовь моего мужа, который очень много сил, эмоций, доброты отдает мне. И я всегда уезжаю с частичкой его души. И мне всегда очень приятно возвращаться, видеть, с какой трепетностью он встречает меня, и как он волнуется, когда я задерживаюсь. Я очень люблю возвращаться домой. Внимание, производится регистрация билетов и оформление багажа пассажиров, вылетающих 731 рейс в скандинавской авиакомпании. На него смотри.
нравится. И раз. Ножки без шпагата. Не шпагат. Раз. И плечики убери. Так. Аккуратно. Вся аккуратно. И раз. Как-то она начинает думать хорошо. Значит, есть серьезность и в чем-то, может быть, и неудовлетворенность. Вот это самое интересное в нашей работе. Так что я ей желаю, чтобы она сама, я ей буду помогать в каких-то вещах, если это будет нужно, но не настаивать, чтобы вытащить ее я. Тогда она будет сама собой. Дальше трудно. Остановимся. Во-первых, тут ты делаешь немножко, и когда он тебя спускает, тайрам, делаешь ножки так. Потом вместе, потом на четвертый. Угу. Понимаешь, получается как? Вот. Собрать. Да, ты вот сделаешь эти ножки, когда у тебя вне, первый раз делать собираешь, да? И перед четвертый так собери, а потом сзади поставь. А то бывает так там. Ну, просто один раз. Посмотри, можно ли так сделать, потому что я специально посмотрела на ноги и смотрю, какие такие они широкие. Вот один раз, попробуй. Да нет, это просто ей нужно скорее собрать эту ножку и убрать ее назад. Я сама ее очень поздно, вот без музыки. Вот просто без музыки, посмотри. Как сначала берем? Да. Давай обратно. Вот. Когда мы стали работать над балетом «Лебединое озеро», не могу сказать, что я сразу представила себе образ белого лебедя. Нет, это был очень долгий и сложный процесс. Я после репетиции приходила в гримерную, я переодевалась и думала о том, ну какой же мой белый лебедь? Ну почему? Я не представляла, каким будет мой белый лебедь. Я старалась повторять те руки, которые мне показывала Галина Сергеевна. Я их не чувствовала до того момента, пока... Я не поняла, что мой белый лебедь должен быть нежным, трепетным, чем-то, может быть, похожим на меня. Я взяла что-то от своего характера и постаралась от этого белого лебедя сделать моего черного лебедя, который будет также похож на меня. Но в минуты какого-то гнева, в минуты страсти какой-то, и постаралась сделать так, чтобы эти два лебедя были похожи друг на друга. А так это очень чисто. Вот так и надо будет, где-то если еще вдруг понадобится, так делать. Да? А резинку ты мне ушивала, да? Спасибо.